Да. Только отдыхаю, ничего не делаю. Вот это все делают холопы. Потом покажу вам, какие холопы. На видео все это заснят, материалы сделаны, обделаны стены. Были не вот такие стены в один слой, но они везде все просвечивали вот так вот, продувало. Я во второй слой вот так вот сказала холопам делать. Они все сделали. Здесь все швы замазали. Сейчас надо покрасить. Это самый дешевый окошко. Делала уже я. Поликарбонатом. Был кусок поликарбоната валялся, чтобы он не испортился. Я вот такую вот вырезала раму. Вот такую вот раму вырезала. Вот так вот все это сделала таким вот образом. Покрасили. Холопы не прокрасили местами. Ну ладно. Вот так вот все. И вот такие у меня от теплицы остались штучки. Все вот так сделала. Это пока еще черновая работа. Все доделается, и потом будет видно, как это. Это вот так поливают ягоды. Так. Вот это, конечно, огород не мой. Это соседский огород. Все, вот здесь вот цветы, розы, калина. Это тоже не мой огород. Это соседский огород. Ребенок! Ты поливаешься? Да. Какой у вас хороший огород? Это тоже не я садила. Это все соседи пришли и посадили. Ну, это значит их не огород. Тоже не я. Это тоже все не мое. И это тоже не мое. Я только отдыхаю. Говорю, работать. Вот у меня огурчики. Огурчики, правда, вообще маленькие. Потому что у меня что-то в этом году с семенами проблема с огурцами. Такая вот. Здесь надо рассадить уже и тыкву, и кабачки. Все не мое. И хата не моя. И с краю я. Да. Вот такая я лентяйка.